попасть не могу, особенно щиты. Все направо смотрят. Они все на тебя смотрят. Ты их отсюда видишь. Да фиг там на меня. Я отсюда вижу только щит, кусочек его там вообще. Стрелять там щитов пришли близко, я подвел патрох тебе кину. Блин, меня гасят, убейте, пожалуйста. Угу. Я. Вы там нормально лежите. Лежите, лежите нормально, не поднимайтесь. Да, я кинул патрох. Все норм. Не, мне хорошо, кстати. Наверное, дон должен дать. Я вот думаю, может тебе сбегать, бронь кидать. Да не надо, нормально все. Арма сейчас восстановится. Блин, ребят, опять ко мне подошли, убейте. Я из-за травы. Там где-то это. Руслан, сними где-то снизу возле нашей двери, что ли, вышел, светит. Блин, ну снайпер, давай. Снайперка больше не лекаю, снайпер сам резается, мне аптечки. Еще надо наших лекать здесь всех. Снайпер, если что, встанешь. Давай. У меня патроны, просто сбор только что Миша загорелся, снайпер, у вас было, нет? Миша, развернись снайпер на патроны, Миша. Блин, убивай ты, красавчик. Да ну блин! У меня перезарядка. Так, у меня патронов нет, но в принципе сейчас пистолета постреляю. Да, я центр, кину, я кину. Боец с центра, да, ребята. Да я кинул. Не дались патроны. Ай, лучше, да. Наверное, не парились. Ай, пропусти, бот, пропусти. На место идет. Подожди, я не тебе кидал, я снайперу кидал. Кинул. Ребята, вы умеете по верту попадать? Это было мог. Все, покатили. Я буду там внизу отстреливать, сейчас на всякий случай, чтобы... Давай. Из РПГ, от инсти. Там это, лево-право. Опасный верх отстреливает, я низ буду отстреливать. Лево-право, кто идет тут? Да. Если там РПГ появится, я туда влюбляю, три компа поймал. Все, я сейчас справа заберу оба РПГ. Давай. Блядь. Я тогда просто понабиваю маленько. Как? Два попал. Да все, я попаду, я в тебя просто попал, ты что-то встал, так это... Блин, я знак брал. Да все, уже сбили. Да. Молодцы. Я просто стрельнул в него, а ты передо мной прям начал бегать туда-сюда. Я в тебя попал и взорвался сам. Плюс. Да они никогда не понимают. Да, они этого не слышат. Я специально вообще вот все время снайпером ходил. Ну, когда медик... Красавцы, пацаны. Блин, не знаю, последний раз... Кому-то вот акулы горят прям так сильно, вообще не нужны они мне. Ни одна. Ну, так чисто... Мне тоже не особо. Последнюю акулу где-то полгода назад получил. Не бойтесь, я инж. Прикиньте, пацаны, смотрите, у нас на ноль прошел парень. А, нормально. Ну так. На будущее достяга.